Всем привет, ребята. Ну что, доступно обновление? Поехали посмотрим. Посмотрим, что у нас интересного приготовили нам IGG в этой обнове. Новый донатный герой. Это я вам уже рассказал, показал. Это дракон. То есть ожидания все оправдались. Все ждали нового дракона. Вот они его и сделали. Обновляйся! Как я люблю, когда оно подвисает. Обновить. Поехали продолжить. В общем, посмотрим. Очень интересно, что же все-таки будет. Донатный герой. Прокачка. Шар будет новый. Прокачка. Эмблем на девяточку. Камешки показали, какие будут. В общем, будет много всего интересного. Сейчас мы обновимся и посмотрим на этот полный трэш. Давай быстрей. Уже интересно посмотреть. Ну, как обычно, на Тайване, скорее всего, его продавать сразу же не будут. Я сомневаюсь, что они будут его продавать. Возможно, вечером посмотрим. Ждем. Вечером после 7 будет обновление сервера. Возможно, они добавят акции. Ну, как обычно, они это делают ближе к выходным. Соответственно, у нас на английском сервере выйдет обновление, и там мы быстрее получим его, чем здесь. А так, в принципе, более-менее нормальная обнова, не считая нового героя донатного, не считая это, ничего не произошло. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Очень интересно посмотреть на этого дракона. Сейчас увидите новую заставочку, он на новой заставке будет. Так, ну что, установила. Можно запускать. Обновляется. Отлично, обновилась. Поехали. Итак, смотрим новую имба-заставку. Не знаю, какой этот будет дракончик. Вот так вот он выглядит. Ну, это просто нечто, конечно. Красиво сделали. Посмотрим на его свойства. То есть очень много иммунитетов разных. Так, что это мы на нуба-аккаунте? Надо перейти на нормальный аккаунт. Короче. Поехали. Тан-тан-тан. Итак-с, смотрим, что у нас нового интересного. Здание не добавили. Сейчас посмотрим локацию. Здесь ничего не добавлено, здесь тоже ничего не добавлено. В общем, ничего такого нет. Поехали. Поищем нового дракона. Охник. Его можно будет получить за донат. И только статки, как видите, у него довольно-таки крутые. Танк 83. То есть это жесткий танк. Ну, где-то как этот, как Рину по ХП. Статки у него, конечно, 36 тысяч. Я не знаю, что это, ограничение урона, что ли. Ну, короче, нереально жесткие статы у него, куча иммунитетов. Вот так вот он выглядит на эволюции. Поехали посмотрим на скины героев, которые нам должны добавить. Вот скин на него, вот так вот он будет выглядеть в скине. Плюс 800 атаки, 20 тысяч жизни. Так, с зданием. Добавили нам что-то, какой-то скин на здание. Не, ничего не добавили. Поехали рынок посмотрим. Ну, тут вряд ли будут его сейчас продавать. Нет, видите, старое еще после полуночи, скорее всего. Сейчас я еще посмотрю по акции. Такс. Такс, 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 такс. Эмблемки. Поехали. Смотрим. Камешки сюда не добавлены. Странно. Очень странно. То есть здесь их купить нельзя будет. Хорошо.
Вот они. Фу, нифига себе. Посмотрите, сколько надо. 10 этих камней. Я просто в шоке. И 5 таких, чтобы улучшить на девятку. Это, конечно, жестко. Идем посмотрим статки на девятых эмблемках. Ну, это, конечно, жесть, ребят. Ну, вот девятое, посмотрите, какие статы. Ну, то есть, это то же самое, что и талант. В следующем обновлении, скорее всего, введут десятый талант. Плюс 1000. Ну, это, конечно, нечто. Это будет дополнительный разрыв. Так, окей. Теперь самое интересное, донатный, не донатный, но сумки на него есть, то есть, соответственно, по-любому он донатный. Вот так мы делаем. Так, подождите, герои. Вот, смотрите, видите? То есть, чисто, чисто с акцией за донат, то есть, призовой, есть мешочки, их будут продавать попозже. Поехали, посмотрим сюда, что у нас тут интересного. Я думаю, вряд ли его здесь добавят. 100% его здесь нет. Так, надо запомнить, как он выглядит. Точнее, описание его. Я бы приблизительно сейчас поищем его. В общем, ничего такого сверхъестественного. Так, буква Z. И табуретки какие-то, короче. Но буква Z определяет его. Поехали. Посмотрим сейчас по акциям, может где-то он будет. В общем, ничего сверхъестественного, ничего нового. Снимать даже, по сути, кроме нового этого нету ничего. Так, это старая акция. Поехали сюда, посмотрим. Сейчас пробежимся, посмотрим акции. А может где-то его можно будет получить. Но я думаю, его будут продавать, скорее всего, после обновления сервера. Это после 7 МСК. Я думаю, я зайду, и если будет, то заберу, покажу вам, но пока только такая инфа. Сейчас еще скины пойдем посмотрим. А я-то надеялся, сейчас вам видосов насниму, как обычно, но видите. Хотя, в принципе, вот такие обновы радуют. Конечно, жалко, что он донатный, сейчас еще питомца посмотрим, донатный или не донатный. Ну, скорее всего, питомец тоже донатный. Так, это за вход. Ну, в общем, к сожалению, ничего не добавили у нас. Так, есть описание скилла. Ребята перевели. Донатный герой. 12-й скилл. Каждые 0,2 секунды в секунду он будет наносить 224 обычного урона в комнате с 4 вражескими юнитами. 0,2 секунды. Это жестко, конечно. Эффект уменьшения урона недействительный. 44 значения урона используется для лечения самого эпизода. Ну, наверное, скорее его. Короче, это жесткий будет хиллер и жесткий дракон. Запрещает стан на 1 секунду и время перезарядки 2 секунды. Короче, что он получает 36 тысяч каждый раз. Имеет иммунитет к заморозке, оглушению и страху. Вот это, конечно, круто. Так, питомец бездонатный. Сейчас посмотрим на питомца. Так, давайте так по порядку все. Смотрим скины. Что у нас по скинам добавилось еще интересного? Где вы? Вот он, скин на стрелка. Такой вот какая-то она обкуренная. Непонятная. Так, дальше. Что там у нас еще на дракона, скорее всего, должен быть скин? Нет. Все больше. А, на него, на нового героя. А, хорошо. С этим мы разобрались. Так, поехали, словим питомца, посмотрим. А, так, а ну-ка я еще хочу зайти в кап гильдии. Я тут еще не забегал, не смотрел, что тут ребята у нас качают. Ленивые, короче, все.
Так, это плюшки. Так, в магазине ничего не поменялось. Хорошо. Скин мы посмотрели. Так, теперь давайте попробуем словить питомца. Посмотрим на питомца в действии. Еще я хотел... Так, не так зайти, а вот так вот. Да, видите? Ну, ничего пока нету больше. Не знаю, пока ничего нету. Так, еще я хотел. Поехали питомца выловим. Где-то моя подплаза. Вот она. Ничего не добавили нам в итоге. Ну, в общем, обычная обнова. Сейчас попробуем его словить, посмотрим на него в действии. О, смотрите, что-то какое-то оповещение. Не знаю, что это за оповещение. Есть, вы вытащили. Какие-то оповещения в игре начались. Странно, странно. Прикольненько. Не знаю, что это такое. Может, рестарт сделают. Давайте посмотрим на нового питомца. Вот так вот он выглядит. Прикольненько, конечно, смотрится. Смотрите, какое. Смешно, реально. Так, интересно, что это за оповещение такое? Подземки. Ну, странно, ничего пока не известно по этому поводу. Поехали посмотрим на пэта в действии. Дает какой-то, судя по всему, щит 2700 урон входящий, а ограничивает урон, что ли, 8500. Вот действует скилл на этого. Ну, разберемся. Ну, питомец, конечно, красиво смотрится, но видите, прорывы не вкачанные. Срабатывает, когда герой атакует, получается. Но он не активный, то есть он не атакует сам. От него толку на архидемоне и остальном, скорее всего, не будет. Так. В принципе, с такого все. Не знаю, еще больше ничего такого с нововведений не вижу. Оптимизация там наград, поэтому по гильдии там мы потом посмотрим уже на английском сервере. Здесь все то же самое. Вот такая вот обнова. Интересно, откуда эти камни будут доставаться очень. Ну, пока, как видите, ничего не понятно. Ничего не добавили, ничего нету нового. Вот такие вот дела. Все, ждем вечера. Пишите комменты, ставьте лайки. Будем смотреть уже вечером. Всем удачи, всем пока.